авто включается кондиционер и охлаждается все это, значит, до нормальной комфортной температуры. Ага. Более того, в компании заявили, что можно даже не только новые автомобили, вот они вот таким обладналы, а еще и можно просто обновить программное обеспечение на транспортных средствах, которые сошли с конвейера с 2013 по 2019 год. А-а-а. А мне интересно, вот, например, давай возьмем как пример мой автомобиль. Давай. Там есть какое-то программное обеспечение? Не будем брать твой автомобиль как пример, в принципе. Там есть какое-то программное обеспечение, я все пытаюсь понять. Диски, я смотрю. Да, мы сбоку и думаю, как туда вообще могли додуматься поставить обогрев руля. Да, обогрев руля. А вот ничего нет больше. Есть красивый голубой цвет и обогрев руля. Да. Да, в общем, не пойду я в полицейский. Но все прикольно на самом деле. Это как история, которая в максимально, ну как объяснить, максимально полно вам как бы раскроет сложную, но отважную душу Евгения. Чего это? Потому что у нас тут в студии тоже есть такая система, и с начала, собственно говоря, карантина у нас тут с помощью ультрафиолетовой лампы. Не надо, ну Катя! Нет, ну это против правил. Нельзя рассказывать о том, что я 3,5 часа сидел под кварцевой лампой. Жене просто очень хочется гореть, и уже дважды он сгорал. Да, но только с одной стороны и за ухом. Вот, но это такое. Я работаю над этим. Я не понимаю, как в автомобиле может быть программное обеспечение, а ты почему надо уходить от кварцевой лампы? Не возьмут нас полицию. Да, точно. Утреннее шоу, поехали на Авторадио. Зараз ціни на нафту лишаються на дуже низькому рівні і... Orgolului și totuși, dacă suntem sinceri, motiv să fie de 4 șanse de prăvăt în bine. Se spune că un rep l-a chemat. Свои мысли и фото в Вайбер на номер 067-239-7505. Это Авторадио. 9:05. Бунтари и бунтарихи, так сказать. Обращаемся мы к тем людям, которые пишут нам в Вайбер. А особенно это касается человека по имени Евгений, который из Белой Церкви. У человека как бы день рождения сегодня. Ой, Евгений, день рождения. Молодец. Да, молодец, что родился. Есть такие люди, которые так пишут мне в Фейсбуке, поэтому я решил вам переадресовать это. Вот. А сегодня мы говорим на тему ваших неординарных способностей, каких-то странных умений. Физических именно. Физических, да. Которые, в принципе, наверное, никогда никому не пригодятся в истории человечества. Но прикольно их иметь. Вдруг, да. Да, да. Вот. Евгений почему бунтарь? Потому что он написал сначала, что я не буду, и типа оригинальным методом обратил внимание на свой день рождения. Не буду. Почему? Потому что вот сегодня вот это. И присылает нам скрин из паспорта, что у меня, значит, 29 числа день рождения. Но потом все-таки пишет. Сдался. Слабак.
Говорит, могу весь день просидеть в двух масках одновременно и при этом спать. Ну, крайне полезное карантинное умение, однозначно, да. Потом, говорит, могу щелчком пальцев делать цвет разноцветный. На люстре. На люстре. Вы видите, какой Евгений, он не только талантливый, но еще и богатый. У него люстра есть. Разноцветная. Разноцветная. Ольга пишет, нам добрым умею хрустеть коленными суставами, лодыжками. Может, это, правда, не особенная способность, а старость. Да. Еще умею не открывать рот, когда крашу ресницы. Да. Это вообще удивительно. Да. Удивительно. Удивительно свои. Я, кстати, еще вспомнила из способностей. У меня сестра, по крайней мере, когда была моложе, моя, она могла вот так себя, знаешь, спереди обнять, и у нее эти плечи сходились. Спереди, да. Это тоже, возможно, есть способность обратиться, но... Вот, я думал, как бы сказать, но это должна была сказать ты, согласись. Я не могу с твоей сестрой заговорить. Это было как-то приличнее. В общем, пишите, есть ли у вас какие-то странные физические способности и таланты. А мы с удовольствием почитаем, поржем, а за лучшее сообщение подарки подарим. Ну или вы поржете над нами, вот как Ольга. Взяла, написала про зону бикини. Мне, говорит, самое главное загореть зону, как бы зону бикини. Катя просто, если кто пропустил, минут 10 назад всем рассказала тайну о том, что я сидел под кварцевой лампой, и у меня загорело левое ухо. Но если вы пропустили, то я это сказала, потому что Евгений публично обижал мой автомобиль. Да. То есть это была месть. Это была месть, да. 9.07, мы едем дальше. В ближайшем будущем Аланис Моррисет и Арсен Грозоян на Авторадио. Чат Авторадио. Комментим только актуальные темы. Джаггер, крапка, пенфин, краши, бро. Мне ты бит, я бабла, Джаггер, сэнфи, бро. Джокер, крапка, винта выкрывай. Авторадио. Реклама.